преображается поселок Монино. Этим летом здесь проведены масштабные работы по благоустройству. Чтобы лично оценить результаты и выслушать мнение жителей, в поселке провел выездное совещание глава городского округа Андрей Булгаков. Началось оно в дачном товариществе Монино. Здесь в разные годы проживали видные военачальники, герои Советского Союза, их имена на мемориальном стенде. И сейчас живут заслуженные монинские авиаторы. В том числе руководит кооперативом бывший начальник военно-воздушной академии имени Гагарина Виктор Козлов. По просьбам жителей вокруг ДНТ полностью заасфальтировали дорогу, а это 5000 квадратных метров площади. Мы от всего коллектива вам благодарны за то, что вы наконец-то решили этот вопрос асфальтирования нашей дороги. Благодарны за то, что сделано. На улице Алкснеса расположена ТСЖ «Горизонт». Многие вопросы общего проживания его жители решают сами, но без помощи муниципальных властей все же не обойтись. И в частности, это касается асфальтирования территории. Этим летом привели в порядок подъездную дорогу к ТСЖ. Усилиями нашей администрации в этом году нам здесь постелили, можно сказать, новое полотно асфальт. Вот, работы выполнены качественно, мы очень довольны. Спасибо вам огромное. Заодно в ходе совещания обсудили вопрос об устройстве контейнерной площадки на территории ТСЖ. Она маленькая и не отвечает современным требованиям системы раздельного сбора отходов. Приняли решение привести площадку к нормативам. В ходе совещания сразу несколько человек обратились к Андрею Булгакову с вопросом о строительстве в поселке Монино бассейна. Он был запланирован еще несколько лет назад на месте старого сооружения. По словам главы округа, вопрос решается. Уже оформлена дорожная карта, все подготовительные процедуры пройдены. В этом году готовы приступать. Я сразу готов уже в августе проводить процедуры торговые, в сентябре огораживать и начинать работать. Но финансирование есть, да? Ну да, Единая Россия в данном случае помогла. Рядом с ТСЖ «Горизонт» находится одно из любимых мест отдыха монинцев – небольшой пруд. Завершается его очистка в рамках губернаторской программы и по результатам активного голосования жителей. Для них это не только пожарный водоем. У нас очень много здесь рыбаков, и мы здесь реально разводим рыбу. Постоянно сюда карпы, вот сейчас запускали 10 килограмм. У нас здесь утром и вечером рыбаки сидят. Вот. И в принципе это место, куда люди приходят. В Монине также проверили ход работ по комплексному благоустройству дворовых территорий на улице Алкснеса. В рамках программы формирования комфортной городской среды вокруг 8 многоэтажек уже заасфальтировали проезды, дорожки и дворы. Проект благоустройства обсуждался с жителями на собрании перед началом работ. Выполнены еще не все запланированные мероприятия. В частности, это касается освещения и работ по линии управляющей компании. Но в целом мнение жителей уже сложилось. Огромное спасибо строителям, которые здесь работали в жаркую знойную погоду, июльскую. Оценка хорошо всех жителей за вот эту работу, которую они сделали. В ходе общения монинцы обратились с просьбой обустроить тропинку за домом офицеров. Андрей Булгаков пообещал решить вопрос уже в этом году. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.